have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Ладушки, и сегодня мы с вами будем смотреть на Брутато. Брутальный потейто, или броутейто, типа как Рэмбо, не знаю. Посмотрим. Это вряд ли будет прохождение, поскольку я здесь пока что не подозреваю какого-то сценарного этого. Поехали просто в начало. Выбор персонажа. А, сбалансированный. Очки здоровья, скорость, сбор. Драчун. Минус 50 дальность, урон в дальнем бою минус 50% к параметру скорости атаки с оружием. Я пока без понятия, что происходит. Я первый раз запустил эту игру. Так, к параметру дальность, точность, уклонение, инженерия, урон в дальнем. Плюс 100 к параметру дальность и точное. Но минус 10 урон в дальнем бою. Интересно. Стрелок, псих, маг. Стихийный урон. Не-не-не, давайте пока что баланс возьмем. И что-то пострелять. К скорости 5%, сбор, вой плюс вой. Что это все значит, я пока что без понятия. Так, это мы выбираем. Давайте на урон смотреть. Урон 6, 8, 10, 6, 12, 3. Так, это скорее всего что-то медленное, да? Ну-ка, критическое 2, шанс становления, отталкивание, дальность. Пробивание. Дальность 400, дальность 400, дальность 350. Дробаш, потому что понятно. Шокер. Урон 5. Нет, но на самом деле урон-то наносит, какая разница. Я бы, наверное, взял бы... ППшка, короче, смотрите, тут урон 12, тут урон 3. А скорострельность указана? Критическая? Так. Я бы, на самом деле, попробовал бы с этим пока что. Ноль модификатор, потому что я без понятия, что тут происходит. Тут я так понимаю, что можно как-то без конца включить, выключить, без понятия пока что такое. Давайте без модификатора. Итак. Минуточку. У меня включен автофайр какой-то. Общее. Погоди. Игровой процесс. Только мышь. Размер, так, взрывы, да, затмение экрана, остальные предметы закрепленными, шкала боссов, самая длинная волна, счет, та-та-та-та-та, подсветка снарядов. Погоди, сейчас, ребята, я посмотрю. Вот, собственно, целится вручную. Ха! Я так понимаю, что мне это как-то собирать надо. А, оно само собирается. Волна пройдена. Окей, то есть я могу что-то купить, я могу что-то... У меня 42. Стрелковый урон 15, кстати, урон лучше, критическая 2, шанс. Меня, если что, чуть только что не зафигачили. Шанс сразу притянуть выпавшие материалы, минус 1, кража жизни. А кража жизни, что вообще? Вот, кража жизни, мне и так 0, у меня будет... Шатаки шансом оставляют вам 1 АЗ. Ух ты ж, ёпперас это. Токсичная жижа. Предмет. Стихийный урон. Минус 2 к уклонению. Геккончик. Я бы на самом деле, наверное... Взял бы вот это. Я без понятия как... Я могу разобрать. Так, отмена. Тогда вот это разобрать. Я пойду с этим базовым. Можно тогда гигончика взять. Это пассивные предметы. Поехали посмотрим. Он стреляет по 6 раз, я понял. Ну, это как и было сказано. Ай, она меня укусила. Я пока что не уверен, что мне нравится это оружие.
Да, волна пройдена, но у меня хпшки не восстанавливаются, кстати, после волны. Классно. Мозг, стихийный урон, сердце, улучшение максимального здоровья, 3, нос, улучшение носа, серьезно. Грудь, броня. Броня, кстати, хорошая вещь. Максимум ОЗ я бы взял бы. А, я могу прям много брать, зубы. Вот, да-да-да, кража жизни. Палка. Я могу его улучшить, типа? Инженерия, минус 1 скорости атаки для удара. Так. А, у меня 2 таких? Я думал, это будет улучшение, кстати. Плюс 10 дальности. А, погоди, когда у меня их 2, это плюс 10 к дальности? А я могу с двумя сразу ходить? Ну-ка. Да! О-о-о-о! Ну так-то... А! Волна против... Так-то, конечно, веселее. А, кстати, да, я про... Кофе 2% урона, скорости атаки... Я его разобрал, мне показалось разработать... Ладно, короче, зубы. Выбрать... Так, минуточку рефлексы. А, это скорости атаки как раз к урону. Урон я пока что наношу хороший. Кисти рук. Блин, один край жизни, конечно, хороший, но всего лишь 1%. Я бы, наверное, вот это выбрал. Рефлексы. Так, линза. Урон в дальнем бою, минус 5 дальность. Не очень хорошо. Шрам. Бонусного опыта. Минус 8 дальность. Ой-ой-ой. Дальность сбора. Минуточку. Вот этот он, кстати, без дебафа идет. Шокер можно, конечно, взять, но... Давайте возьму вот этот, который без дебафа. И поехали. А они тоже по мне стреляют. Только они как-то до этого дозревают и потом стреляют. А, нет, это вот эти языкатые, которые... Ох, блин. А, фух. Мне показалось, меня сейчас окружат. Четвертый уровень... удача. Стихийный урон. Взять. А, мозг. У меня нет стихийного урона. Урон в дальнем бою. Я бы вот это взял бы. Но опять же, рефлексы. Удача. А удача на что у нас влияет? Где она у меня вообще? Удача. Вон 10% сейчас находите предметы или расходники при убийстве врагов. Да, пожалуйста. А тут какие-то вещи. Устанавливает турель, стреляющая пулями, наносящий урон 10. 8. Турель это всегда хорошо, погодите. Турель во всех играх это всегда было хорошо. Как мне пользоваться предметами? Или это какой-то активный? Сейчас посмотрим. Клейкая лента, броня, инженерия, минус 2 здоровья. Урон в ближнем бою меня не интересует. Палку... Ну, короче, турель, наверное. Все, что здесь, это пассивное? Да! Мне бы скорости, на самом деле. Это пока что единственное, чего мне не хватает. Они меня обгоняют, догоняют и зажимают. Нет! Если я это переживу, я не знаю, как я это сделаю. О, я что-то подлечился. А, уйди! Чуть не съели. Дальность плюс 30, да, пожалуйста.
6 уклонения, о, 6 максимального здоровья, блин, я, наверное, возьму. Дальность, конечно, офигенная вещь. Броня. Да, наверное. Сбор плюс 5, минус 5, уникальный. Слушайте, я возьму, раз она уникальная. Хотя ППшка, ну ППшка, блин, у него дэмэдж троечка. Блин, а что мне еще брать? Ладно. Неужели нашлись те, кого я не убиваю сейчас с первого раза? Они чарджатся в меня! Оп, сервайвер. Ачивочка приехала. Мне бы их как-то больше на турель. Я их просто не успеваю отстреливать. Они с такой скоростью появляются. Ай-я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 й. Я не проживу эти 5 секунд. О, нет, ребят, прям вот максимальное. Да, я буду... Кибершар, предмет, шанс на спере при гибели врага нанести случайно врагу урон. Ты, ой, это прикольная тема. Волшебная палочка. Погодите, у меня появляются какие-то близкие пушки. Так, урон 1. Урон 40. Я бы на самом деле взял бы, наверное. Критическая шанс, дальность, ближний бой. Дальность, восстановление. Наносит огненный урон 7 на 5. У меня тут урона получается 15. Урон 7 на 5. Давайте я один разберу. Попробуем с мечом походить. И вот эту фигню тоже куплю. Поехали. Слушайте, а меч неплохо дефает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как средство обороны. Кстати, в ближнем бою я бы сейчас на пистолетах бы не вытащил. Собиратель. Блин, 15 секунд. Их прям дофига становится. Нет. Отлично, они заспаунились и тут же сдохли. И я чуть не отъехал. Ноги. Скорость. Плюс 3% всего лишь. Блин. Сердце. Предплечье. Урон в ближнем бою. Плюс 8. Я пожалею об этом. У меня хпшки нету. Ну ладно. Давайте тогда Мишка-берсерк к скорости атаки и к дальности. Сумка, минус 1 к скорости, удача. Регенерация ОЗ, ой, погоди, да, пожалуйста. Я не знаю, как это будет работать. Я еще и Мишку-берсерка возьму. Как минимум, потому что это офигенно звучит. Блин, эти ребята чарджатся. Он мне 7 хп нанес. Ёлки! Они просто спавнятся гораздо быстрее, чем я на это реагирую. Их вдруг становится резко целый экран. Мой единственный шанс это как-то рубить их массово и восстанавливать хпшку. О, неплохо. Хорошо. Удачу опять можно бафнуть. Можно опять урон в дальнем.
Плюс 8 к урону в принципе. Хотя 15 дальности. А дальность она ко всему идет, интересно, или нет? Если да, прикиньте, взять дальность и убрать револьвер. Давайте я возьму дальность и давайте... Лазер, ой, лазерная тура. Ой, наносящий урон 20. Вот это вот, кстати, офигенная вещь. Сломанная челюсть. Плюс один максимум. Плюс один регенерация здоровья. Что мне по регенерации здоровья? Блин, почему это похоже на Сталлоне? Регенерация ОЗ. Вы восстановите один ОЗ каждые 3 секунды. Это, кстати, неплохо. Не, я не буду минусовать себе регенерацию ОЗ. Минус 2 в дальнем бою. Давайте я лазерную турель куплю, потому что 100%. И минус 1 кражи жизни. Ваши атаки с шансом 1% восстановят вам 1 ОЗ. Ну, то есть, типа, с шансом 1%. Ну да. Зато у меня теперь будет 2 турели, правильно? Правильно. Просто... А, их могут убить? Ух ты ж, ё! Их много! Я бы это взял! Ёлки, мне даже говорить сейчас не о чем, потому что они спавнятся, я пытаюсь просто выжить. О, хилочки поприезжали. Так, дружелюбная пчела, предмет. Плюс один к уклонению, плюс 4 к сбору. Минус один урона в ближнем, минус один урона в дальнем. Возьму. Это не такой серьезный дебаф. А где мне посмотреть урон в ближнем, урон в дальнем? Ваши атаки в дальнем бою наносят на 1 урона меньше, к сожалению. В ближнем бою на 7 урона больше. Можно еще взять ближнего боя, кстати. Можно взять еще максимальное здоровье, что неплохая штука. К скорости атаки. Я возьму скорость атаки. Я вот что думаю, может быть... Вон, а кстати, револьвер 2, урон 18, урон 14. Разбери, пожалуйста. Ставим новый револьвер, наверное. Хотя, минуточку, сколько у тебя? У тебя 47 урона. Тут у нас дебафнутый, к сожалению. Но что делать? Мы его возьмем. Ладонь. Рукопашная. 4 восстановления. Но нет. Поехали в таком виде. Мне этих турелей надо очень много. Типа, они дают неплохой урон, но... Голодный малый. Хангри. Ачивочка приехала. Где мои восстановления? Пытаюсь просто прорубать себе дорогу через них, но их просто слишком много. Их прям слишком много, я в это не вытяну уже. Мне кажется, эта волна будет последней. Турель, спасай! Они просто спавнятся... неудачный забег. Так, руки мне получилось. Они просто спавнятся уже прям на мне. Давайте еще одну волну сделаем. Повторить. Нет, погоди, новый забег. Мне тут пооткрывалась куча всего. Мне открылась проглот. Ну да, голодный. Плюс 25 цены к цене предмета, минус 25 бонусного опыта. Но плюс 50 удачи, один к параметру взрывному урону. Расходник, когда у вас полное здоровье, расходники могут с шансом 100% взорваться при подпоре и нанести урон. Слушайте, а вот это прям неплохо. Но это расходники. Это интересно. Везунчик. Минус 60 скорости атаки. Офигеть, это как плохо.
И минус 50 бонусного опыта, это тоже отвратительно. Модификатор типа удачи, усиленный на 25%, шанс при споре материал нанести случайному врагу урон 1. То есть, вот это вот, по идее, будет же куча врагов и куча сбора. То есть, урон 1, это, конечно, не какущий урон, но его будет много. А ты у нас кто? Старик. Минус 25 к скорости врагов. Ой, это очень классно, кстати. Это очень классно. То есть они-то получают минус 25, а я минус 10. Плюс 10 сбора, размер карты. Минус 10% врагов. Ну и карта гораздо меньше. Давайте за старика. На самом деле я бы вот за вот этого побегал. Взрывному урону. Расходники могут шансом 100% взорваться при сборе и нанести урон 10. Нет, давайте за вот этого чела пойдем. Теперь пролог. Ну-ка, эссикатор. Урон 10, урон 6, урон 8, урон 25. Минус 10 к параметру к урону в неподвижности. То есть нужно постоянно двигаться. Окей, это я понял. Но 25 урона, это прям красиво. Доска, разрывные. Что, блин? Плюс 1 к параметру взрывному урону, так? Так. Шреддер стрелковая. 5, 10, 8, ну... Секатор. Создает сад, который плодоносит каждые 15 секунд. Плодоносит для чего? Я бы взял вот это. Это полнейшее безумие, именно потому я его и хочу взять. Отбиваться вот этой фигней довольно неплохо. Я потерял одну хпшку, да. Ну, ладно. Минус 3% к скорости. Нет, погоди, максимальный ОЗ 2, плюс 5 к урону, плюс 5% врагов. Вежливый пришелец. Арбалет. Можно, кстати, взять как второе оружие. Можно еще одно турнирное копье взять и прям... Да, как вариант. Я бы на самом деле взял бы... При попадании врагу вы лишаете его 10% скорости, максимум 30%. Минус 3. Уродливый зуб. На самом деле, давайте, безумие так по полной. Поехали. Давай, просто страшным уроном. Надо будет... Ох, вот это что имелось в виду, что подбираешь расходники и всех просто взрывает вокруг. Неплохо, неплохо. Динамит к взрывному урону. Взять, конечно. Так, череп. Инженерия, урон к скорости атаки. Да, пожалуйста, мне этого не хватает. Блин. Броня к урону. Ну, на самом деле... Подождите, третий копьер, балет. Стремная пища. Плюс АЗ восстанавливается от расходников. Да, заберу. Во-первых, это что-то новенькое. Во-вторых, хоть там и есть дебафы, но они такие, с которыми можно жить. Главное не останавливаться. Оп. Короче, расходники мне становятся очень выгодны, потому что они просто разносят все вокруг. Краж жизни для крита... Так, регенерация ОЗ я бы выбрал. Да. Мне оно понадобится. Теперь сломанная челюсть. И у меня плюс 3, регенерация ОЗ плюс 2. Так, погоди. А ежик? Тоже дает минус 1 регенерацию, но урон в ближнем бою, урон в дальнем бою. Максимальный ОЗ... Регенерация. Минус один к краже жизни. Но у меня края жизни так нет. Давайте я регенерацию возьму. Она у меня будет тогда довольно хорошая. Меня вполне это устраивает. Опа! Неплохо. Оп!
бах. Надо их собирать поближе к расходничкам. Вот так массово их... Ай, блин, прилетело. Неприятно. Но на самом деле вот этот уровень был... Я уже начал потихонечку понимать, что здесь происходит. Урон в дальнем, регенерация ОЗ опять же берем. Да, мы идем в регенерацию, нам это выгодно. Теперь рогатка, урон 10. Погоди, отвертка, 12. Без дебафов. Урон 26. Урон 26 сейчас у всего. Удваивает цену собранных предметов. Удача, инженер, минус 5 к урону. Металлодетектор. Металлодефектор, блин. Дальность 125. Видите, у отвертки дальность 125, тут дальность 250. Она, конечно, очень близенько тычет и в два раза меньше урона. Угу, критический 2. Ну, она очень быстро восстанавливается. Отталкивание. Отталкивание, неплохо. Наверное, в этот раз ничего. Пойдем дальше с двумя копьями. Мне бы какую-нибудь пассивочку, типа турельки или что-то такого. Всем глаза повыкалываю. Как я удачно тыкнул, ни в кого не попал. Так, регенерация меня, кстати, вполне пока что выручает. Снаряды пробивают дополнительные цели. Бандана. Разобрать. Инженерия, минус 4 к урону. А инженерия нам дает... что, на секундочку? Увеличивает силу ваших построек. Другие основные показатели не влияют на постройки. Зато влияют вторичные показатели. Пробивание, отскок, радиус взрыва. 4% урона. 4% урона вроде немного, с одной стороны. Я возьму, потому что я хочу какую-то пассивочку. Так, максимальное здоровье надо брать, потому что... Потому что, вы сами поняли. Кража жизни не надо, скорость атаки, да, надо. А дальность... Минуточку. Максимальная дальность оружия увеличена на вдвое меньше для оружия ближнего боя. Ага, то есть я возьму 30, оно будет мне давать 15 к оружию ближнего боя. Чем больше дальность, тем дольше восстанавливается оружие ближнего боя. Бить надо дольше. Это... Я бы на самом деле к скорости атаки тогда взял бы. Так, тут у нас токсичная жижа, стихийный урон. Не стихийного урона. Здесь, кстати, неплохой арбалет на 10 урона. Но, блин, мне опять же он не выгоден. На самом деле в этот раз не складывается билд. Как бы там ни пошло, а... Первый билд, мне кажется, у меня был более удачным. Надо будет посмотреть, сколько я с этим проживу. Надо их как-то под одну линию подстраивать, вы чё? Бам! Четыре секунды. Хорошо, собрали. Кисти рук. Сбор, кстати, можно. Можно вот тут вот сейчас инженерию. Хотя регенерация. У меня регенерация неплохая. Можно бы еще подкинуть. Можно бы урона в ближнем бою кинуть. Ваши атаки у нас на 4. Давайте дальше в регенерацию пойдем. Теперь инъекция. 7% к урону, максимум здоровья. То есть мы, в принципе, сейчас поменяли одно на другое. Топливный бак. Да, так, хорошо, значит... Погоди, это улучшенное копье. Извиняюсь, разобрать. Это мы покупаем, само собой. Я бы еще второй такой купил бы.
Покупаем инъекцию. 32, 27. Неплохо. Топливный бак. Стихийный урон в ближнем бою, в дальнем бою. А, не, это мы еще мага не тестили, но окей, я понял. Аккуратненько, аккуратненько, не зажимаемся. Сказал я и моментально зажался. Жизнь, не восстанавливайтесь, пожалуйста. Я сейчас заплачу за то, что я не захотел увеличивать себе жизни. Они-то, конечно, регенятся. Это, конечно, все здорово. Меня убьют нафиг. А, хорошо. Надо что-то срочно с этим делать. Кража жизни мне уже не поможет. Стихийный урон. Урон в ближнем бою. Продолжаем повышать. Солнечные очки. Крит удара. Неплохо. О, поджигающая турель. Да. А, можно и уточку было бы, кстати, взять. У меня крита как такового-то нету. Погоди. А, стихийный в дальнем. К урону, в ближнем бою, к краже. Погоди, а где крит? К скорости. А, вот крит удар. 10%, кстати. Довольно большой бонус. Давайте заберем. Я жаловался, что у меня ничего нету. Вот мне типа... Ах ты ж тварь. Они довольно плотные ребята, кстати. Если их не убивать, то под конец потом окажется не очень приятно. Есть, сняли. Как, я сейчас увернулся, я не знаю, но второй раз не увернулся. Оно их замедляет, что ли? Или А, это они горят таким образом? Там какая-то фигнюшка интересная ездит. Ой, блин, меня сейчас зажмут. Это я протупил, надо сбивать все нафиг. О, хорошо. Итак, шестеренка было уже. Шреддер, меч, тридцаточка. Меч, тридцаточка, кстати. А меч, тридцаточку надо брать. Можно еще и лягушонка, но мне не хватит на то и другое. Мне нужно брать... На самом деле, погоди. Восстановление 1 дети. На ряд 6 меч будет быстрее махать. 250. У него чуть-чуть меньше будет дальности. Чередует колющие и рассекающие. А вот это мне нужно. Разбираем, да. Лягушонок, ну, значит, в следующий раз когда-нибудь. Потому что чередование колющих и рассекающих — это прям то, что меня сейчас может выручить. Учитывая, в каком темпе они появляются, это хороший дэмэдж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, две ачивки приехали, я не могу посмотреть, какие. Минус. Это я их взорвал, получается, и за это мне ачивки приехали, за то, что я там махом убил 100-500 человек. Вот, смотрите, меч сейчас дела делает, я бы сейчас с двумя копьями это все не вытащил. Я прям с мечом себя стал чувствовать уверенно. Так, баррикада. К параметру броня в неподвижности. Не подходит. Разбираем. Минус 5 к скорости. Мне нельзя стоять на месте. А, магия пришельцев. Максимальные очки здоровья. Регенерация. Минус 8 удачи. У меня удачи 60. А,
Предмет для расходования. Так, давай, да, минус 8 удачи. Я могу... А, в смысле, я его разобрал, я хотел его взять. Блин, какой же фейл. Я хотел, это была офигенная штука, мне его надо было взять. Черт. Так, ладно, плюс 8 к урону забираем. Теперь. Огонь загорается на 10% быстрее. Классная хирургия. Я могу урона понабрать. Ну, блин, ежик... Минус один регенерация. У меня регенерация... Нет. Ничего не берем. Блин, жаль, я хотел ту штуку взять себе. Я случайно нажал разобрать, она мне... Аж прям печально. Не-не-не-не-не, нифига! Не-не-не-не. Регенерируй меня скорее! Блин! Десятая волна. Сколько там было волн до этого? Неудачный. Хорошо, давайте новый забег. Попробуем взрывной урон к параметру радиус взрыва за каждый один параметр стихийного урона. Ну, 100 к урону! Минус 100 к урону! Блин, кого бы не взять? Вот, вот этот чувак. Цена предметов, бонусного опыта 10% цена предметов. Давайте мутанта возьмем. Это звучит как что-то интересное. Что за ёршик? А, дубинка кактус. Топорик. 12. Убивайте им оружием врагов. Вы каждый раз получаете плюс 1 к параметру процент к урону. Серьезно? Давай. Вот прям... Давай. Ну-ка, мутант, удиви. Удача, плюс 5 к урону. Я получил уже. Я получил уже 1% к урону. То есть эта штука, чем... Погоди, а если я сниму... Давай. Так, рефлекс, скорость атаки. Регенерация ОЗ. Давай. Надо начать с этого. Призрачный камень. Урон 6. Критическая. Погоди, у меня призрачный топор, призрачный камень. Это метательный, не метательный? Погоди. Отталкивает дальность. У меня дальность 200. У этого дальность 150. Скорость атаки. Это будет повышать урон? Это мне будет повышать скорость атаки. Иди сюда. Вперед. Так мне надо убивать их, а не просто бегать. Топор, кстати, неплохо справляется. Скорость атаки... Так, погоди. Не увеличилось. Интересно, оно стакается или нет? 5 крит удар, не знаю. Ну, да, как бы, наверное, но... Давай, поехали удачу качать. Я могу еще одну такую же взять, но мне не надо. Извиняюсь. Да, все стало стоить дороже. Лимонад. Один из остальных цента, забираем. Поехали. Ох, неплохо. У этой штуки должен быть какой-то свой второй уровень или что-то такое. Или я найду какое-то оружие получше, потому что, ну, посмотрим. К урону, к уклонению. Ладно, 8 к урону забираем. Блин, дальность я бы взял, наверное. Да, давай дальность возьмем.
Урон, скорость. Давайте скорость. Итак, у нас есть дробаш, кстати. Дальность 365, неплохое. Удача, стихийный урон. Можно уточку взять, может, сколько раз ее избегали. Да, наверное, мы так и сделаем. Лимонады и уточка. Сегодня желтый такой забег будет вот на этом чувачке. Ай, блин, поймал. Да хорош! Я восстанавливаюсь? Да. Ой-ой-ой, неплохо. Да, оно обозначается, когда мне дают какой-то бонус. Хорошо. То есть прямо на месте мне обозначается скорость, регенерация. Давайте регенерацию забираем и забираем 5% к урону обратно берем. Вот, блин, а у меня не хватает на него, да? Сколько, если я разберу? 12. Ну, блин, ну мне вот прям вот... А вот это сейчас печально, потому что тут урон 14, тут урон 21. Давайте я все нафиг скипну и куплю себе один вот такой. Да. Это не очень хороший размен, но пока что так. На этой фигне больше урона. И оно сплэшем бьет. Что мне, в принципе, выгодно. Оп. Видите, оно стало неплохо качать. Хорошо, хорошо. Дальность. Поехали в дальность. И... Ой, на самом деле, спина 3 плюс 9 к уклонению. А у меня сколько уклонения вообще? Погоди. Регенерация, текущий уровень. А где... Я дурак, что ли? А, вот уклонение. У меня его нету вообще. Вы с шансом не можете уклониться от атаки. Максимум 60%. Поехали, раз оно неплохое. У меня... О! Неплохо. Я могу взять копьишко себе. На самом деле, хочу ли я? Я еще один уровень смогу побегать с топором, а потом я себе что-то куплю. Инженерия. Не, поехали дальше. А! Отвалите от меня. Я сказал себе, что я выживу еще один уровень. И вы меня так подставляете. Ай. Я на самом деле сделаю урон на дэмэдж, но дэмэджа-то мне хватает. Уклонился. Нет! Ух, я думал, меня убили. Скорость атаки, стихийная скорость, просто к скорости. Давай максимальное ОЗ увеличим. И еще 6 уклонения. На самом деле мне понравилось уклоняться. Плюс 8 уклонения. Ууу, этот красиво, кстати. Камень урона 25. Примитивно. Ну, типа, а как оно бьет? Давай возьму... Так, сумка. Плюс 7 к урону. У меня урон-то есть, на самом деле. Давай я возьму фишку. И я возьму камень.
Они едут на опережение, твари! Есть! Блин, меня начали бить! Знаете, мы как-то давно-давно с вами в одну игрушку играли. Была похожая арена, блин. Одна секунда оставалась, прикиньте. Я, ну, на самом деле, это я провтыкал, потому что начал рассказывать про другую игрушку. Там была похожая штука, что на тебя... И тут, ладно, это если что было в самом-самом начале канала, кому не лень, полезьте, проверьте. Мы с вами сейчас пойдем в главную менюшку, посмотрим нашего крутого братата. Вот, почему-то я сначала думал, что огнестрельное оружие будет в приоритете, но нет. Ближний оказался очень веселым. Я не знаю, какое нужно огнестрельное оружие, чтобы они к тебе не подступали, потому что они спавнятся прямо под тобой, зачастую это и есть проблема. Все, ребятушки, думаю, на этом посмотряшка будет закончена. Мне очень понравилась эта игра, ну, как бы прохождение я здесь не вижу, потому что проходить некуда, это даже не то, что рогалик, это арена. Но мы можем изредка в нее играть, поэтому говорите, пишите, что вы думаете, заходите в Discord, обсудим, поболтаем, с удовольствием пообщаюсь с каждым из вас, кто будет мне писать. Вот, пишите также комменты, очень интересно читать, что вы считаете по тому или иному поводу. Все, ребятушки, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.